Приветствуем вас. Вопрос очень актуальный и касается поливов. Неспроста я вот эту леечку показала. Что происходит, когда поливать в знаках стихии воздуха? И многие высылают мне фотографии, вопросы, что произошло с рассадой? Почему гниют какие-то другие растения, луковицы любимых цветов? Что произошло? А вот что происходит. Я вот снова же вот подготовила такую картиночку, когда нельзя поливать. Всегда после времени Луны в знаке Козерог, Телец, Дева, это дни корня, дни земли. Всегда идет время дыхания растений. Должен быть отдых и должен быть период дыхания. И поэтому где-то за 5 часов я провожу, это в крайнем случае, полив. Затем идет время стихии воздуха, водолей, близнецы, весы. Запомните эти знаки. Запомните это время, когда нельзя поливать. Вообще поливать нельзя. Можно чуть-чуть, если это рассада, чуть-чуть сбрызнуть из пульверизатора водичкой. И то, если это всходы только. А так оставьте растение, просто-напросто вспушите землю, вот как я это делаю. После полива на следующий день обязательно в знаке стихии воздуха вспушиваю землю. И таким образом растения выдерживают этот период, находясь в знаке водолей, близнецы и весы. Что происходит? А происходит вот такая ситуация. Вот клеточка примитивна, вот она оранжевая, и она вот в это время занимается дыханием. И если мы польем, особенно любят многие заливать, получается, что блокируется доступ воздуха клеточки, и клеточка потихонечку задыхается и погибает, и растения начинают желтеть. Если достать корни, корни гниют. Вот поэтому, когда Луна находится в знаках Водолей, Близнецы, Весы, не имеет значения растущая или убывающая Луна, а также полнолуние или новолуние, или переход Луны из одной фазы в другую, в это время не поливаем. И перед этим периодом тоже постараемся дать время. А уже после этих знаков можно впритык поливать ваши растения. Всего вам самого доброго, до новых встреч!